Всем огромный привет! И сегодня у меня такой ролик, или можно мини-влог его назвать, хотя влогом я его не назову. В общем, сегодня 10 ноября 2021 год, день рождения моей доченьки. Сегодня ей 4 годика, и сейчас мы едем к окулисту, к офтальмологу, как правильно, в общем, к врачу, потому что моя доченька заболела, у нее конъюнктивит. Как выяснилось, в общем, глазки у нас заболели. Сначала один глазик, вот мы как раз-таки едем с этим глазиком к врачу. Вот я вам показываю ее личико, такой вот плачевный вид у нее, не очень презентабельный. Ярко, друзья, больше красок и больше любимых хитов в эфире «Радио Дача». Услышите их совсем скоро в исполнении «Антипа» и группы «Комбинация». Уже в эту пятницу обрадуем вас премьерой недели от Анны Семенович. Ее шикарную новинку вы услышите. Ставить тебе крепкого здоровья. Всех-всех-всех благ хорошеньких. Хорошеньких. Прости, большая-пребольшая. Ну-ка, что тут за кофточка какая? Как пальто, наверное. Ну, такая красивая. Ну-ка, мы померяем ее. Тут зайчик. А мягенькая какая. С карманчиками. С карманчиками, да. Ну-ка, баба Галя померяет сейчас. Наверное, как пальто. Ну, летом будет уже, к лету вырастешь, да ведь? И будет она мягенькая такая. Галина, скажи спасибо. Поцелуй бабу большая. Галю, поцелуй. Ой, глазик-то какой у тебя, ну-ка давай поцелуем. Вот они какие. Ну-ка, мягенькая, как там. Тебе нравится кофточка? О, какая она вырост. В школу пойдем. Да смотрите, сейчас нормально. Мы сейчас рогавчики загнем. Все красиво застегнем. И посмотрим, какая Лина будет. Ой, воротник-то как ее наряжает. Светленький, беленький, как он наряжает. Так не сильно большая. Да. Ничего. Надолго хватит. Ой, карманчики тут у тебя. Ой, какая девочка. Красоточка. Как пальто, как курточка. Да, это этот кардиганчик. Да. Копочку прикрыто, все. Ой. Все, рукавчики загнули, все. И нормально. Ничего не это. Куда пошла? Не надо никого менять. А, в зеркало посмотреть. Зеркало. Ну-ка посмотри в зеркало. Ой, нарядная какая, да? Мягонькая она. Ой, какая Лина красивая. Да еще и с карманчиками. Вон, как красиво. Во какая. Будешь расти, расти, она потом уже... И Анжелике достанется. Нравится, Алина? Ну а тут со школы пришел мой сынок, братик Алиночки, и сейчас он будет ее поздравлять. Я захотела обязательно эти кадры завпечатлить на камеру, так что смотрите. Поцелуй тоже братика. Молодцы.
Ну и вот, собственно, сам подарок. Этот подарок Алиночка ждала прям несколько месяцев и целый день 10 числа. Мы как бы ей под вечер решили подарить. Раньше не получилось, потому что хотели именно с бабушкой, с дедушкой это сделать. А моя мама была на работе, поэтому только вот к вечеру подарили подарок. Алина была, конечно же, в восторге и счастлива очень. Да сама, какая мамочка. Сама, самостоятельная, да, Алина? Угу. Счастье. Это Катя у тебя? Да, это сюда девай. Вот это вот так вот. Это вот так отрываться. Вот так вот, раз. И все. Поднимай козырек. И поехали. Вот, как ты будешь все, писать, в больницу поехали, да? Ну, а Тёме-то дашь покатать? Дашь Тёме покатать? Тёма, ну-ка прокати. Тебе по росту нормально? Тёма такой папа, да? Ну прокатил. Че, Тёма, не интересно тебе колясочка играть? Все, довольная, да, Алина? Да. Сейчас будешь катать, докатать, да? Дома. Дома уже, да? Целый день. Целый день она. Ну наконец-то, да, Алина? Рассказывай, как ты, довольна, нет? Довольна. Довольна. Такую хотела колясочку? Да. Все нравится? Цветочками даже хотела, да? Мы даже прямо отгадали, да? Какой принт ты хотела, да? Тканюшку какую? Ага. Давайте я вам покажу, как она катается. Ну давай, покажи нам. Там резиночки, да, так делаются, убираются. Так, куда ты поехала? Сюда. Так ты вот так вот на крышу положи и лялю клади. Потом матрасик туда, да, сделаем? Какой матрасик? Сошьем подушечку, матрасик и одеялко. Только когда это будет? Ты такая мамочка, да? Да. Пойдем таки с тобой, ты со своей коляской, я со своей, да? Пойдем гулять, да? Зимой. Зимой, да? Ты эту коляску на зиму? Да? Даже зимой по снегу с ней будешь гулять, да? Ага. Потом колеса надо будет мыть. Угу. Да. Понятно. Какая Алина счастливая. О, целый день, да, ждала? Угу. Дождалась. Околдовала и навечно к себе забрала. Играет мной, будто игрушка. Она львица, а не кошка. Своим ароматом манит. Чего хочет она, не знаю. Соблазнит или обманет. Но я перед нею таю. Боже мой, как она красива. Без нее я бессилен. Она словно чародейка. И с нею я всесилен. Ее глаза как